Слава, уважаемый Сергей Александрович, уважаемые депутаты, присутствующие. Действующие тарифы на проезд в городском наземном электротранспорте были утверждены в октябре 2021 года. Тарифное меню, которое не изменяло стоимость проезда, было скорректировано 30 сентября. Необходимо отметить, что существенно за текущий год возросли затраты на перевозку пассажиров, потом то, о чем говорит Александр Александрович Гусев в предыдущем докладе. В том числе увеличилась затрата на электроэнергию, увеличился фонд оплаты труда на 16% и так далее. В связи с тем, что необходимо увеличение доходной части предприятия «Саратов-Горэлектротранс», данным проектом решения предлагается также увеличить тарифы на услуги по перевозке пассажиров городским наземным электротранспортом, установить их 30 рублей за одну поездку при наличном расчете, 27 рублей за одну поездку при безналичном расчете. Кроме того, предлагается пересмотреть стоимость проездных билетов, а также стоимость проекта за одну по проездным билетам, используемые совместно с другими предприятиями-перевозчиками. Хочу отдельно отметить, что на заседании Думы в сентябре месяце, когда был корректирован тарифное меню, были высказаны замечания депутатами о несоответствии стоимости поездки по проездным билетам, именно имеется в виду 65 поездок и 30 поездок. Данным проектом решения указано несоответствие устранено. Таким образом, произведена стоимость проезда на 65 поездок в течение 30 дней будет составлять 23,40 рубля, на 20 поездок в течение 15 дней 23,5 рубля и проездной в течение 7 дней на 10 поездок